Медицина Ульяновской области не стоит на месте. В региональном сосудистом центре появилась уникальная ангиографическая система экспертного класса. Комплекс используют для внутрисосудистой диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. С помощью чудо-техники можно выявлять патологии кровеносной системы и повреждения сосудов. К нам поступают больные, как правило, экстренные, с патологией сердечно-сосудистой системы. В основном где-то порядка 90% это пациенты с инфарктом миокарда. Инфаркт миокарда что это такое? Когда сосуд, питающий сердце, магистральный сосуд, питающий сердце, тромбируется, закрывается бляшками. И у нас есть ограниченное количество времени, чтобы успеть восстановить его проходимость. В результате чего человек получает шанс жить дальше. Новый аппарат имеет ряд преимуществ перед устаревшим. Главный плюс – это низкий уровень облучения персонала и пациента. Инновационная конструкция позволяет избежать излишних перемещений больного и исключает перемещение стола. Все это сокращает период предварительной подготовки к проведению оперативного вмешательства на 20%. Благодаря появлению современного помощника в областной клинической больнице планируют не только увеличить объем операций, но и расширить их спектр. В планах начать оперировать артерии головного мозга, также поставить на поток оперативные вмешательства на периферических артериях, в которых многие жители нашего региона нуждаются. Теперь по окончанию диагностического этапа операции хирург, не отходя от операционного стола, на сенсорном экране может проанализировать полученные данные, посмотреть предстоящий объем оперативного вмешательства. Стоимость аппарата более 54 миллионов рублей. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.